Башкортостане 10 объектов подготовят к 450-летию города Уфы. Всего на эти цели с федерального бюджета выделят 40 миллиардов рублей. Об этом стало известно сегодня в рамках заседания по подготовке к 450-летию столицы в правительстве региона. До 2024 года планируется реконструировать улицу Октябрьской революции. Она стоит 2 миллиарда рублей. Построить депозитарий за 1,5 миллиарда и два культурных объекта. Евразийскую библиотеку за 4 миллиарда и русский драматический театр. В список важнейших объектов вошли система здравоохранения, спорта и образования. А именно возведение школы в Глумилино стоимостью 3 миллиарда рублей и дворца борьбы за 4 миллиарда. А также реконструкция госпиталя для ветеранов войн за 6 миллиардов рублей. Без внимания не остались и инфраструктурные объекты столицы. Инфраструктурные объекты. Это у нас, значит, проспект Салавата 9 миллиардов, арочный мост 3,9 миллиарда и путепровод на Коммунистической 1 миллиард. Вот этот путепровод, который на улице Павловской, он у нас туда добавляется, где проспект Салавата. Кроме того, в рамках заседания принято решение направить 10 миллиардов рублей на реконструкцию исторического центра Уфы. Отмечу, заявку в федеральный центр со списком объектов, требующих финансирования, готовит администрация главы Башкортостана.